Сейчас можно встретиться с игроком. Давай на скорость. Просто бежим сразу. Ты надеешься, то, что с правой стороны сюда побегут? Слева, блядь, там это тоже это респа есть, нахуй. Я даже выстрела не слышал. Тебя оглушитель, что ли? Да. МП5 полностью модифицированный. Ну, с правой стороны никого нету. Да и слева никого не видно. Не ты где? Я там же. Где я уже поднялся? Ну вот где смотрел, блядь, правую сторону. Не, вот выбегаю. Поднимайся, мы сразу в кибы. Где газелька зеленая? Сука, ёбнули нашего! Ты уже запрыгнул? Да. Блин, не удивляет, вот они именно так такие фразы выдают и с таким чувством. Да, тут, блядь, как-то этот искусственный интеллект получше сделан. Мне кажется, им надо сделать для покупки оружия отдельный сразу магазин, в котором будет все модификации. А то ты так ищешь среди всех модификаций, это очень неудобно. Ты опять с пилигримом? Вот он! Ты смотри, не сдохни, блядь. Выходишь так прям на него. Ой, я прям видел, ебать. Еще один хочу. Как он тебе яйцо отстрелил. Он мне там еще одну сосунку. Чего у тебя? Я говорю, он яйца мне пёзнул сосунку. Не помнишь этот прикол? Да. Или баг потик. Так, потик. Подожди. На контуру нажми. Давай послушаем. Глухо. Может по фасту в кибо, блядь? Пока время есть. Давай. Сверху никого не вижу. Хотя тут, блядь, толком и не увидишь. Не открывали.
нахрен? Смотри, может там МП5 для тебя будет. Да вроде тут нихуя нету. СКС 133. Там на полочках вообще нихуя нету. По дереву. О, ЕУТЭЧ нашел. Че нашел? ЕУТЭЧ. Дорогой прицел. Ну я нихуя не нашел, ничего нету. Не знаю, может гранаты есть. Гранаты, да. О, это уже по нам походу. Знаешь, что сделаем? Давай тут посидим. Серьезно? Нас убьют. Думаешь? Да. Лучше выбежать и смотреть напротив, как мы вот там были. Они забегут, и они уже точно не убегут. Просто там есть одна длина, по которой с МП5 стрелять вообще смертная казнь для любого. Хоть ты будешь в дефике с алтыми. Ебать, у меня что-то FPS просел до 20. Расслабься, детка, это так. Ну, хули, что я могу сказать? У меня грач пистолет, блять, и 4 гранаты. С таким лутанием, блять, это на таможне можно больше. Тут 50 на 50. Да хуй с этим броником, он хуй синий идет. Вот ты создавал, кстати, сервак. Слушай, мне кажется, никто не придет. Глухо абсолютно. Да потому что тут все сидят. Все, блядь, сидят. Вот слышишь? Фига вопрос. Это с главного входа, потому что зашли. Не один. Потому что, блядь, на Москве тут все сидят, абсолютно, блядь, все сидят. Вот как в прошлый раз, когда мы заходили, блядь, в кибу шли, вот это вот сверху уже сидели, блядь, петухи ёбаные. Они по фасту, блядь, пытаются быстрее сесть. Так что нахуй мы будем сидеть. Стопудово паскуда какая-нибудь сейчас придет. Чё я? Шагнул. Да, блять, вроде я в бок шагнул, конечно, но блять. Ну, ладно. Но я это четко расслышал. Четыре клетки в двух, считай. Цевьё взял, отца Ги, на него цепанул рукоятку и галим. И ЕУТЭЧ, которая стоит там в районе десятки минимум. То есть уже двадцатка за две клетки.
Где наши телепузики? Да, блядь, сейчас все на эту ходят, блядь. На томошку. Решали здесь, да, еще? Не, ну почему? Вот я создаю нормальный поезд, народ. Это где-то рядом. Я не понимаю, они что зашли в Тарков? Типа для них это симулятор ломания стекол, что ли? Дауны какие-то. Или они таким образом пытаются приманить народ? Блять, у меня пиздец КД хуевый. У меня 2.07, блять, КД. Выебал. Личные дауны какие-то. Блять, ну где-то рядом он бьет. Вот он. Гранаты раскидываются. Все. Походу пришли. Да, пришли. Это вал был? Нет. Это эмочка. Или что-то вроде, потому что вал стреляет еще быстрее. Вал прям как миниган стреляет, серьезно. Это эмочка, либо что-то медленнее. Но мне кажется, эмочка. Я его нашел. Блять, но он рядом с нами, нахуй. Я его нашел. Он сейчас спустится по главной лестнице. Третий, самый дальний, у Гошана. Угу. Ты чё, ебать, слева от меня, что ли? Это не спускается. Я его видел. Просто стрелять был не резон. Это к нам граната прилетела. Бегут. Не, ну парень одетый был. Не головожопы, шлем я видел. И такой широкий, значит, это там броня и рюкзак был. Они бегают вообще на похуй. Подожду, сейчас они первую дверь откроют и начнут стрелять. В кибе, что ли? Не, ну когда начнут. Пока их нет. Пока они осматриваются, пытаются найти кого-нибудь. А ты решетку все закрыл? Да, я обе двери закрыл. Даунов развелось. Что-то бегает там, допрыгает. Сейчас допрыгается, что его убьют. Ты хуй с ним. Ты уже так сказал, блядь. Так зарабатывал, как в этой игре. Миллиардером бы уже давным был. Давным-давно стал бы. Кому? Нам. По боту стреляет. Первый телепузик детекта, да.
Это он стреляет, да? Рядом со мной еще кто-то. Второй телепузик детект. Идет. Укиба. Двое. Если не трое, нахуй. Пока слышу двоих. Они под нами. Третий заслуживает. Есть. Слева двое. В мантис. Нет, мантис. Не стреляй пока. Ёбаный в рот, нахуй, меня скосили. Я хуй знает, сколько там патронов у него, нахуй, но он в меня выжил, ебать, всю обойму, блядь. Ты живой? Ебать, блядь. Чё за мига ты, да? Нифига заряжены. Обоих убил? Да. Ты заебал, ну в самом-то деле. Ты издеваешься надо мной, нахуй, нет? Половину мне, нахуй, вынесешь. Чё у него хоть было, который, блядь, меня убил-то, блядь? Тебя, походу, разлутал. В смысле, походу, разлутал? Он не мог, ебать, погоди, меня разлутать. Я у стенки, не, блядь, справа от тебя сидел. Он еще успел кого-то убить. Верно. Хуй знает, тут какие-то коалиции ебаные. Но на ютубе я не нашел этого. Были одеты. Второго еще не лутал, но я вижу, что он одетый. Даже ни разу по мне не попали. Ну заебись тебе, чё. Я вот сдох. Вон, нашел я его. Стримера этого ебаного. Надо хуем по лбу, блять. Поводить, нахуй. Пизду, я в рот ебал эти всякие валы, блять. Лучше калаша нету, нахуй, чего. Ты раскинул меня. Тебе БС-ки нужны? Мне БТ-шки нужны. Похуй, и БС-ки тоже можно. Чё, блядь, у меня за хуйня? Короче, знаешь, что я могу сказать касаемо валов, блядь? Да все продать нахуй, что с ними связано, блядь.
тупая ебаная хуйня. Вот что я могу сказать. Та хуйня ги нахуй. Да. О, нормальный стол, ты чё? Ну, хуй знает. Да я ебал эту хуйню, блядь. Вот чё могу сказать. Пули улетели за секунду, нахуй, и он даже не сдох, ебать. Петух ебаный, блядь. Так, я, короче, красную повязку одеваю. Ебать, у меня белый броник есть. Тербанк, блядь. У меня же голубой броник есть. Точнее. Просто надо удачную позицию положить какую-нибудь так, чтобы тебя не убивали. Да ебать, ну он выскочил на меня, нахуй. Я выжил в него, нахуй, выжил в меня. В итоге, блядь, он меня убил. Диагонали валялся. Как он, блядь, перестрелял меня, я понять не могу. В итоге, блядь, по сути, я как, блядь, ближе к минусу ушел. Завтра со страховкой все вернется. Да просто понимаешь, у меня проблема в том, то что, блять, у меня нету брони. У меня дохуя разгрузок, ебать. Но нет ебаной брони. Нюанс, понимаешь? Я бы вообще бы, знаешь, блять, какой-нибудь коллаж бы собрал бы на пятерках, нахуй, пиздатый. Же ты не страховал? Нет, это я нашел в кибе. Все, что я в кибе нашел, все там и осталось, нахуй. Так, а 104-й, 762 стреляет. Мне вообще 105-й нравится. Потому что он маленький, габаритный, блядь. Его с продажи сняли, что ли? А, не, вот быстрее. Блин, ты сдох. Это два полных заутыша. Пастентел. Да заебал, ну не, не дави надо на больную, блять. Не очень так-то, блять, приятно сидеть и слушать, как это вот. Вот честно. Я хуй знает. Я ж, блядь, чё, виноват, что ли, в то, что, блядь, меня пиздохнуло. Я, короче, добежал до места. Потом вспомнил.
страхованный магазин. Да. У меня все было застраховано. А вот это вот кривые рукоятки у тебя есть? Которые даже... Диагональ? Ну, наверное, которые там самые пиздатые сейчас считаются. Такие, это, на цевье вешаются, такие загнутые. Там сколько-то дохуя отдачи минус. Ну вот у тебя на пушках постоянно она стоит. Ну да. Ну, вообще-то есть рукоятки с такой же отдачей. А сколько там отдачи? Запихал туда, куда я даже не подумал, ты скинуть. Наверх, хорошо. Все, ты раскинул, я только разгрузку, которую не раскидывал. Ну и все, в принципе. Может там шиза. Да, у шиза еще не раскидывал. Так не принципиально, думаю. А у шиза это вещь обычная. А, блять. Буду. В смысле, недостаточно места в инвентаре. На небе. Так. Мы слишком зажиточные. Просто убер зажиточные. Я вот сейчас думаю,
пиздохнуть тебя в начале рейда? Или нет? Ты давишь меня на больной. Может, ты слез? В смысле, блядь, недоступно в бета-версии, это как? Ты ебанутый, что ли? Это что за хуйня? Легенду их забрал, ямочки в топу. Ты, блядь, специально, нет? Диман. Сударь, простите, сударь. Я стараюсь, но я не могу, это прикол. Ты прикол. Видишь, как все хорошо. Да, две глинки полные, просто. Куча бронебойных патронов, куча 60 зарядников, две топовые эмочки. Трезвы забыли. Солепки такие. Ой, блин, еще не все. Блин, мне калаш. Что делать? Блять. Да я откуда знаю, где твоя зарядка? Какая это нахуй твоя зарядка, которая с наушников? Меня бот пытался зарашить. Чего, бот? Слышу, что грену пытается, достает грену. Ну ладно, освободил немножко, он мне место. Силу прокачал заодно. Блин, по идее я могу выкинуть ген полный и взять АК-105 в тюне. Что делать? Что лучше? Мне 105 вынести в тюне, блядь. И было бы вообще отлично. Понимаешь, да? Так, в общей сложности, короче, у меня 290 тысяч. Калаш на 60 есть? Да, есть. Лишний, ненужный. Да я вот сейчас один взял.
просто, блядь, понимаешь, есть прикол в том, что я лежал по диагонали. У меня легче контролировать ситуацию, плюс я лежал. Мне похуй, что у меня была плохая жизнь. Что мне реально надо сделать и выкладывать свои деньги. Только чуть-чуть покорёжил, 75 из 80, 76 даже. Куча гранат, но я сейчас немножко потратил. Потом куча 60 зарядников. Не понимаешь, давай какую сумму садить. Еще 33. Раз. А, ну два. Больше выкинул. Ну, сейчас я не понимаю, вынесешь. Или как у меня есть. И калаш. Тоже только. Короче, БПшек у меня, блядь, БТшек, блядь, нихуя, короче, ничего не осталось. БПшек у меня, блядь, 73 патрона. Так что я хуй его знаю. Обнаружен выход.